back to the facility so he can show us something, you know. Clifford's gone through the data we recovered and Человек невидимка садится. We just need to do one last thing, and the money is ours. We're so close to that payday, I can taste it. Anyway, round up the crew if you like, and meet us in planning when you're ready. Сейчас посмотрим. Да, я потом себе вертушку какую-нибудь куплю, чтобы на ней кататься. Надо какой-нибудь универсальный пиздат, с пушками заебать. Да. Чтоб типа можно было народу хотя бы 4 часа жить. Ну, надо брать или чисто боевой, типа на двоих. С ракетами, типа вот как вот эта акула был тут с ракетами. Или, блядь, какой-нибудь типа Валькирии. Полетим. Ну ты понял. Ты мне дай этот груф. А, ну, бля, сейчас. Не ебнемся. Чтоб, пока... чтоб ты сразу съел, короче, нас не забрало. Хотя, наверное, нельзя. Нам только кандидатов. Все. Иллюминати, блядь. Он в бункер спрятанный. Угу. Кстати, его особо не видно. Вот какая-то полоска на земле. Вай. Подпружинивает, блядь. Получится? Сколько ты летишь? Тушите, блядь, свет, ёб твою мать. Давай, ну затяни. Давай, ещё. Не, блядь, не можем, прикинь. Пидорасы. А можешь подпрыгнуть на лопасть, что меня распилило? Да, меня зашло уже. Я вышел. А, ты вышел прям на желтую. И поехал один. Тык-тык-тык, кот. Оп, тык. Прикинь, в Америке сто пудов такие бункеры есть какие-нибудь. Да, ну они богатые. Такие тупые, блядь. Ну чё, глянем. А кто это тут по моей базе бегает? А? Я, блядь. Где мой пулемет? Все, блядь, сейчас добегу и захвачу ее. Женщина, Нига, ты че не остановил? Тут люди ходят. На кой хуй ты тут вообще сидишь? Так у меня за это не платили, а меня не пускают. Да? Не пустили. А это походу уже это задание, покинь. Убить этого пидора в рубашке, он меня бесит вообще, просто вымораживает, мразь. Clifford and I analyzed the data. I mean, Clifford analyzed the data, and I analyzed Clifford. Let me give you an example of my analyzer. Sort of thinking. Could you stop it with the keynote thing? Sorry. Can I make a call here? Интимные фотки. I'm calling you from a ну это агент этот, короче, который оружием помогал. Return to civilian life, Avon. It was all a setup, shortstop. Shortstop? I always wanted to call someone that. Listen, you're going to get us all killed. It's as clear as the very natural looking hair on my head. Don't you see that the fact that they told you to fire me proves beyond all reasonable doubt that you were wrong and this is a conspiracy? Let me give you an analogy. Why are you talking like that? It really annoyed people when you were working on site. I'm a visionary. Я гений. I see things. Listen, I'm running late to a department. Да, его убедили, что гений. Fuck your potluck. This is about stopping a fucking war. Я прикольно, на значке стоит на нас. На таком низкополигональном. Potluck? Да. Of course, it's now. It's fucking now. Clifford is right, the data is clear, it's right now. The entire department is out sharing meatloaf and potato salad so their base can be permanently shut down.
We have to do something now. Да, но we are a bunch of armed felons, and you're breaking all kinds of security clearances and discussing the musings of a badly named computer. No police force in the world is going to believe us. You'll have to go there and stop it right now. I'll pay. I'll pay whatever it takes. It takes a lot. Это много. Off we go, huh? Лестер, как обычно. I'll keep you posted. На него надевает, короче, мешок. Да-да-да. Ебать, что-то процент не выбрано. А, процент, гля, можно уже, типа, доберитесь до базы ЦУР и проникните, убейте врагов, тратите взлом серверов ЦУР, так мы сами взломуем. О, бля, а чего? Я не понял. Можно на двоих, чувак. Да, на двоих можно. Ну, это потом, наверное. А если ты сейчас начнешь, там надо будет выбирать? А я вот не знаю. Ну попробуй, начни. Ну просто выйдем. Я не думаю, что это что-то за фейл. Давай. Хорошо, что на двоих можно ограбление. Да, вылазка на базу ЦУР. Расположенный под станцией спутниковой связи в пустыне. Постоянно точно. А, вот вы. Банда грабителей, малорад. 85%. 700 тысяч ты получишь. Да, для слушай, неплохо. Ну, то я так понимаю, это можно поменять как-то. Только я не понимаю пока как. Тебе 100% ставились. Если честно, я даже ничего не знаю. А, она обучает. Здесь вы можете начать роли своим участникам преступления. А, это обучение опять идет. Так, здесь можно посмотреть задачи выбранного члена команды. Задача это образец после того, как игрок будет роль в ограблении. Какой-то музон играет, блядь. А, во, тебе можно. У тебя тоже какой-то, блядь, рэп играет? Да-да-да. А можно это сменить, потому что он очень плохой? Не знаю. Бля, непонятно, как менять. А, во, переключился. И чё? Там внизу это есть история карт. Масштаб, обзор, карта, что-то наблюдение, карта, профиль. У тебя на проценты надо изменить. А, во. Во. Ну а что ты изменил, а кому ты накинул? Да я просто пока. А мне убери. А, тебе нельзя убрать, покинь. Да? То есть минимум 15%. У этого участника ограбления минимальная доля. Нормально. А 600 тысяч нормально, 700, да? Да. Ну ладно, давай завтра уже. Да. На выход. Секретные супербункеры. Этих. Не знаю где. В болотах Лос-Анджелеса. О, Блейн. Прикольная такая хуйня. Прикинь, сколько она электричества жрет, эта хуйня, чтобы опуститься, подняться. Она на дровах. На угольке. Стопку кидает негры. А у меня, кстати, электричество дешевое будет. На рубль дешевле. Потому что у меня газа нету. Везде стоит сколько там, 5.60, по-моему. А у меня 4.60. Самые бесполезные люди в мире вот всегда были. Да. Питерасты. Ну-ка, Алекса. Да. Алекса. Ну, типа, это самое, голосовой помощник у Гугла. Так, загрузка. Ну чё, сейчас будет огонь. Сейчас у нас будет бомбилово пуканов. Утечка данных. Так, сложный, да? Вылазка на базу ЦУР, расположенную под станцией спутниковой связи в пустыне. Иностранные агенты пытаются взломать правительственные серверы. Нужно им помешать. Как мы уже сломали, что ли, сервер? Мы должны тебе помешать сами себе. Логично. Все, сам взломал, тебе мешать. Все уже украдено до нас, чувак. Нами же.
Это же как раз мы украли, да, всех. Да. Так, ну оставляем. Так. Че нажать, чтобы было смешно? Ты можешь нажать готов? Так. А, начать задание, о. Ебать, цени! Нихуя себе, ну-ка, чище можно. Технология, боец. Ну такая себе технология, хомут. Укутанный. Конфликт, динамика. Слушай, вот этот прикольный. Уебищный какие-то. А если вот этот? Профан. Кандидат, дилетант. Рекрут. Мне не нравится. Ну ладно, скажут, это будет. Так, оставляем свой транспорт. Готов к игре. Мне нравилось, когда в ночной миссии были прикольные одеты. А, такие, да, кстати. Знаки такие спонтерселовские. Да-да-да. А это какие-то арабы, блядь, вообще. Шахиды. Это мы косим под каких-то этих, что ли, блядь. Я не знаю, иранцев. Или игиловцев. Игил. Такие выходят. Ну и на игиловцах. Чёрном. Так, потенциальная доля. Утечка данных. Так. Моя тачка пьяна. Вызывай. Какого бы ни была эта тактика. Я не секретную базу ЦУР, спрятанную под комплекс спутниковой связи. Слушай, а нам тут тачку выдали, чувак. Пиздата, они? Не такая. Стрелять можешь? Она бронирована, по-моему? Да. Ну поехали, едь на них. Иностранные агенты штурмуют базу и выкачивают данные во время, как защитники нашей родины пускаются там, блять. В Америке нужен герой, кто-то вроде меня. Супермен! И Клиффорд. И Клиффорд, разумеется. Супермен и Клиффорд. Слушай, она управляема охуенно, чувак. Да. На поворотах починил. Почти не заносит. Где тут автоматическое управление, как в этом Far Cry? Короче, что-то нижний уровень, я, блядь, это упустил. Что-то на нижнем уровне надо спуститься, помешать им. Эти разговоры они сбивают, короче. Еще и вождение. Не говори. Я не умею делать 10 этих задач за одновременно. Бля, охуенная тачка управления, чувак. Вообще просто от бога. Ее на поворотах даже не заносит ни разу. Блин. Ты мне так разрекламил. Бля, ебать, я врезал. Ты можешь ее поуправлять? Давай, я тормозну сейчас. Давай. Жду тебя на обочине недалеко. Пока стволы приготовлю. Так, где пулемет? Садись. А что там написано спереди? Кал Лив... Чё? Ивандер. Погнали. Кал Ливандер. Каливандер, блядь. Ливандер. Зацени на поворотах сейчас она как будет вообще. Она не очень быстро. Ну да. То есть чуть-чуть по скорости она не очень. Но зато он, блин, хорошо себя держит. Вот сейчас резко в поворот входи. Ебать, ты почитал? Я читал, на карту смотрел. Так, мы на месте, кстати. Все, там уже на подходах живот прячется. Они уже шмаляют по нам. Бля, ну они попадают, короче, чувак. Еще мог сказать, зря я машину бросил, по-моему. Так, ломает дверь. Мы такие заходим.
А мы тут были уже, ебать. Это другая, правда, база. Но планировка та же, я смотрю. Пес, хуйня какой-то. Зачистка. Так, победишь через базу. Они все хупы сняли. Что-то она на нашу базу похожа. Не говори. Мне надо броник нам надеть. Ебать! Бля! Ну да. Отвоевался. Не пройдено. А я тебе говорю, за хп следи. Сука. Так, как там? Пейдж. Продолжить. На контрол запуск. Тяжелый можно купить. Да у меня полные они броники. Я закупился. А, ну да. Минус один у тебя. Надо аккуратней. Надеюсь, сейчас их тут не будет. А, не, нормально все. Первый этап, покинь. И мы уже сдохли. Точнее. 21 тысяча всего, что ли? А это моя, а твоя. Да, моя 690. Что-то уже что-то. Да. Блин, есть чувак. Не шутки, блядь. Так я слева, блядь. Лежи, не вставай. Сука, я успел выстрелить. Больной ублюдок. Facility under attack. Вон мне. Подавляю морально и аморально. Там чувак как никак не умрет, блядь. Да я вижу, встает. Ванька, встань-ка хуев, блядь. Так, слева, он, да, не умер. Слева, чуваки. Попал, блядь, пидорас. А вот он, это, по-моему, я. Бля, сколько тебе надо напихать? Так, чувак, сейчас прикрой меня. Бля, ладно. Я броник одену. Хотел одеть. А, блин, жилет. Одел. Блин, лежит и стреляет. Вставать. Сука, он выкинет, все еще лежал живой. Я ему же в очко насовал. Бля, меня стреляют откуда-то. Справа наваливается. В очко насовал. Да, кстати, на наш бункер похоже. Блин, кого не вижу. Ты в стену стреляешь тупо. Не, я убил. Да? Это тебя неправильно показывает, на самом деле. Я норм. Я норм боец. Сзади где-то кричат. Сзади чекает, сзади отходит, чувак, удержи. Вижу. Не сзади, они справа. Через лестницу. Вон, они внизу. Или нет? Смотри. Так, сейчас по лестнице! Я видел, как он забежал. Аккуратно, тут главное. Так, подожди, чувак, я еще броник одену. Мы почти убили, мне надо перезарядить этот броник. Давай, я одел. Я готов крыть их. Ну, вот бля, их слева. Вижу. Так, а нам туда, кстати. Даже еще один. Ебать их там. О, вижу, вот он. Минус, снова ублюдка. Там за стеклом. А что там синяя?
чувак какой-то. Ой, блядь! Так, чувак, мне нужен срочно броник. Срочно броник. Блядь. Какие-то эти брифинг-румы, блядь. Уверена, что ее захватили, эту базу? Что-то местные, блядь. Так, пепси. Так, бежит какой-то хуй. Где он? А, он по лестнице бежит. Ну, ты умри, пидорас. Будь меня отечь спил. Гнида тупорыла. А, блядь, там хуёвая, блядь, позиция, чувак. Крой, крой коридор. Пощемляюсь. Быстро вниз, нахуй, блядь. Вижу ублюдка. Клади, клади их всех. Снес, не снял. Нахуй, не будете вы видеть нас. Пиздец, блядь. Тебя убили? Блядь. Да. Ебать, там я броники то самый ПКД менял. Сука, опасная миссия. Не забудь сразу. Да-да-да. Так, купить. А где? Нету купить. Там надпись Ctrl. Левый Ctrl написано. Купить броник. Ага. Бля, ну они заебись стреляют, суки. Ногу снимают. Да, у них на домах бля, такой. Не вариант, короче. Нужно очень крайне медленно зачищать. Интересно, где нас сейчас снёт? Еще как суки. Первый этап. В начале, блядь. Да, надо ну, хотя бы до второго этапа дойти. Нормально, не на начале. Так, какой сейчас будет бежать с лестницы? А стекло не пробивается, кстати, на этом. Странно. Бронестекло, блядь. Ага. На лестнице прикинь поставили. Не видно никого. Надо забежать резко. Сразу вниз. Сейчас нависаются ублюдки. Вот он. Подавляй, не убил. Пятым. Тоже ухо повли. Бля, ебать. Ебать, он горит. Там подожди. Горил, ублюдок. А они здесь это типа не спускаем в производство. Быть не выскакивают, блядь, заебали. Да блядь, ты ляж, ублюдок, лежи. Блядь, спину напихали! Где он? Я убил. Надо задействовать оборонительную систему базы. Поднимитесь на уровень выше, а противный центр возьмите на себя управление, говорит. Да чего, блядь? Назад что ли, блядь? Да походу назад, покинь. Да, надо типа это, оборонительную систему базы задействовать. Так, дай я броник одену пока. Да. Бронежилет. Можешь пожрать еще. Пепси выпью. Все, отлично. Да, блять, какая уж жрать. А чё, ты хуёвый автомат? Не, чё, это нормально? А. Блять, как он поставился-то? Где ты? О. Куда нам надо-то, блять? Да? Да, тут сюда. Так, и чё тут делать? Чё делать? А! Компы, наверное, ломать. Так, чувак, крой меня, крой. Я хакаю, чувак. Ты крой. А, нет, тут это самое. А, это самое. Стрелять, чувак, садись тоже, садись. Ебать, тут народу понаехало. Можно на куе переключать разные турели. А-а. У
Да, одному, по-моему, эту миссию вообще нереал пройти. Так, я так понимаю, надо вертушки сбивать еще. Так, где-то сзади, сзади. Ебаня, какую-то бронемашину привезли, чувак. Тут какая-то вообще стояла. Мы их отбросили. Нормально. Жить можно. Ну, вставай, чё. Чё они сразу так стрелять не стали? Не говори. О, вот они эти. Все в порядке, я их знаю. Я их знаю, пацаны захватывают мою базу. Что вы искать, чё ты? These nice people saved us. That we don't know each other, by the way, me and them. If you think you know me, you don't. Who do you work for? Can I get this place on lockdown right now? Come on, you imbeciles! No, there is no potluck. I don't give a shit about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen. Такие все заходят спокойно. Там куча трупов на улице. You'd all be dead, and the country would be in the hands of. Well, who exactly? That's the problem. This place has more leaks than a thing you dry salad in. But who and why? Can I log on to Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. Больше не Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because Russians that would be мы думаем, что это не русские. Clifford says that there's a 99% probability. It is some Russians. Not Iran. Нет. Iran, no. Clifford says it's this man. Богдан. Богдан, лысый русский бородатый хуй. Это парень пофиг, чем Look at the graphics. Дядя Богдан. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Let's get out of here. Какой-то абсурд, блядь, Thank you. By both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, go fuck yourself. Да пошли вы. No, not you. Нет, не вы. Ну пошли вы, нет, не вы. Clowns, public sector clowns. The cloud, the crowd, hell, the cleaners. Ты самый главный клоун, да? With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. Think this work this. Where's my assistant? Supposed to be giving a speech somewhere. Пройдено. Хо, и топ один, кстати. Цельная добыча. 812 тысяч, короче, заплатили за бойню. А мне 120. Мне 690. Элитное испытание не выполнено. Кинь было элитное испытание. Какое-то. Бонус за первый раз. Еще 100 тысяч. Тебе бонус за первый раз сколько дали? Все 740 еще. Нихуя, блин. А, не, это общий денежный. Да, ну да, тут тоже 100 тысяч. Покинь, я все. Да, я тут жду. В итоге 740 косарей с этой миссии. Неплохо, неплохо. Теперь можно. Поднимаемся. Растем. Бро. Тачка у него интересная какая-то. Сегодня, кстати, Путин будет выступать. Ты да, смотрел? Да, я видел это в новостях. Завтра по Первому каналу покажет, как Путин языком будет. Ля-ля-ля-ля, пацаны, все нормально, но на Новый год вы получите повышение тарифов, повышение всего, повышение бензина, повышение вообще. Одно повышение вы получите, пацаны, вообще все. Он скажет, письку соси, раскидывай. И скажет, что вообще мы уберем пенсионный это самое возраст к хуям. Вы будете работать всегда, вечно, и хуй вы свою пенсию получите вообще. В пенсию вообще уберем, деньги ваши просто так будете платить. Первый этап награды. Испытание началось. Бля, она скинула на паблик, походу. Блять. Видишь, как даже. Надо тащить. Ну-ка, да, сеть. А, ну да. Пишут всякие штуки. Игроки. Так, ну тогда я кикаюсь. Да, кикайся.
this? We did! We did! Oh, Лестер звонит. Some nice character testimony in court one day. Agent 14, I да, know мне his тоже. Deal. He's your typical down-the-line overachiever IAA dick. Yeah, I haven't seen this Phoenicia Rackman before, but I feel like she wears the trousers, so to speak. You know, friends in high places, friends in low places. Whatever she needs to get the job done. These are our new paymasters, if it all works out. The joys of employment. I'll call you if the job comes through. Сейчас я скину, подожди. Ниха. Лестер позвонил, типа, отправит. Все вообще ништяк, чувак. Мэзи Бэнк. Войти. А, это под покупкой, это не то. Это не тот банк. Забыл, как деньги кидать. Так, пополнить полностью. Как все перевести? А, вот она. 1 912 000. Прикольно. Скажи, можешь уже вертолет за тебя купить? Не. Там самый дешевый 3 ляма. Че так дорого-то ед? Так, ну че? Где твой аппарат? Он мой стоит. Вон он твой. Ебать, машину двигаю. Так, ну че, куда едем? Поехали к тебе еще раз ездим, посмотрим, что там. Давай. Ты че можешь еще думать? Вот, а потом тогда тут твоими займемся, миссия сразу. Ой, ебать, подожди, тормози. Не хочешь девушке помочь? Смотри, да, у нее машина поломалась, сейчас я починю. О, родная, что ж такое-то? Девушка, у вас что, машина поломалась? Ебать, она смотрит, а это не девушка далеко. Ты, блядь, не девушка, ёб ты мать, ты животное. Сука, пристрелю тебе. Ебаное животное. Цени мне, какой аппарат, видел? Одностволка. Оп! Сука, блять, чё-то нахуй. Машина сломалась, да? Бывает. Ебать, я его снял. Ну-ка, давай, чувак, давай. Ах ты, сука, ты выжил. Сука, выживайте. Чё такое, чё такое? Бля, и по колесу не попал, ебать, и косой. Вон, поехали. Подожди, меня забыл. Так, поехали. Пошли нахуй, мусора.